Глагол concevoir – это создать концепцию, то есть задумать что-то, и значение тоже зачать ребенка. Нива, давайте посмотрим примеры. Je conçois un logo. Я придумываю, создаю концепцию какого-то лого, логотипа. Tu conçois un projet, проекта. Il conçoit une maison, дома. Elle conçoit une formation, какую-то программу образовательную. Формацию – это именно то, что касается образования. Может быть, какой-то стаж небольшой. Nous concevons des formations. Тут много их, этих стажей. Vous concevez des plans. Рождаете какие-то планы. Ils conçoivent des cours en ligne. Они создают какие-то в голове у себя пока концепцию уроков на дистанции, онлайн-уроков. Elles conçoivent une application. Они задумывают какое-то приложение. Давайте еще раз прочтем. Je conçois un logo. Tu conçois un projet. Il conçoit une maison. Elle conçoit une formation. Nous concevons des formations. Vous concevez des plans. Ils conçoivent des cours en ligne. Elles conçoivent une application. Обратите внимание на то, что у нас в башмаке, то, что я всегда называю башмаком, одинаковая основа. Опять я его рисую, как всегда, некрасиво. От руки. Вот так вот можно вот это вот обвести. И получается, что вот эти формы «je», «tu», «il», это башмак. И в них у нас вот такая вот основа. И она отличается от основы, которую мы имеем в «ну», и от основы, которую мы имеем в «у». D'accord? Voilà.